Итак, читаю. Для контакта с миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений, отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а. Поехали. Да, давайте. Ну ладно. Будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная. Тебе и быть медиумом. Ладно. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак, явись нам. Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит? Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Чем тебе помочь? Она опять движется. Что она пишет? Быстро движется. Черт. О боже. Берегись. Лично я считаю, нам реально пора выяснить, с кем мы тут говорим. Мы не можем помочь, пока не знаем, кто ты. Можешь сказать нам, кто ты? О, опять. Так, С. Е. С. Т. Р. А. Сестра. Сестра. Чья сестра? Да ладно, чё, реально? Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Кто говорит с нами? Ханна? Это ты? О боже! Да бросьте вы! Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Ханна, мы... можем спросить, что случилось. Джош? Я выдержу. Ладно. Сейчас. Ханна, мы скучаем и хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать? П? Р. Е. Д. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Движется. О боже. У. Б. И. Л. И. Нет, нет. Убили? Мы их не убивали. Это же была шутка. Эш, успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости, прости. Ребят, меня. О чем это она? Спроси, что случилось. Надо же узнать. Спроси, Эш. Так. Кто убил тебя? Ханна, скажи, кто? Б. И. Б. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У. Л. И. К. Улика. Значит, есть улика. Библиотека. Берегись! Охренеть! Крис! Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я...
Не знаю, может ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, ты виновата! Только этого мне не хватало, придурки! Пойдем его догоним? Да ну его! Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Джесс! Джесс! О, твою ж мать! Джесс? Давай, выходи. Это не смешно. Джесс! Эй, ты здесь? Охренеть! Чуть из штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? Джессика! Ну, хватит. Джесс! Эй! Любовь моя! Слышишь? Это не смешно. Я торжественно обещаю не убивать тебя, когда найду. Ты даешь! Здорово вышло! Нет, нет! Стой! Ты должен это увидеть! Ты должен! Смотри! Нет, Майк! Ты меня снимала? Я испугался, Джесс! Нельзя так пугать людей! Да еще посреди леса! Страшно же! Ой, я тебя напугала! Если ты это запостишь, то я что? Тебя убью! Нет, а ну-ка дай-ка сюда! Какой кнопкой удалять? Этой? Нет! Стой! Нет! Не смешно! Не смешно это! Ты такой зайка, когда пугаешься! Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов. Ладно, твоя взяла. Это, конечно, не соревнование. Но да, я победила! Как скажешь. Ну да, рыдай, Ромео. Посмотрим, чего добьешься.
Так. Посмотри-ка, что это у нас тут нацарапано. Тут М и Э. Есть идеи, что это может значить? Может, Элизабет и Майрон? Или Майкл и Эмили? Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то не в твоем духе. Эй, да, разумеется, я выгляжу как сильный и суровый мачо, но все-таки у меня есть сердце. И я не боюсь иногда выразить свою симпатию. А, правда? Ну а мне ты выразишь немного симпатии? Много, много симпатий. И ты готов обналичить этот чек? Ти-лин! Пошли, Казанова. Класс. Класс. Ну тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить. Там кто-то кричал, как будто... Нет. Нет, это наверняка белка или типа того. Жутковато. Чш. Что? Слышала? Нет. Эй! Кто там?
Мило. Все, как ты и обещал, Майкл. Что, что? Хижина. Здесь неплохо. Да. Эй, смотри, маска. Фу, и что? Странная какая-то, да? О, скорее страшная. Не нравится? Поцелуй. О, Майк, прекрати! Ладно, как хочешь. Классная маска. Даже знать не хочу. Жесть. О, это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. Ну, давай. Боже мой, бедняжка. Потерпи. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже недолго. Потерпи. Уже недолго. Беги! Беги! Господи, что это было? Я не знаю! Вон там мостик! Сюда, сюда, Майк! Давай сюда! Это медведь! Смотри, смотри! Все было под контролем. О, иди ты! Да, да, все 100. Все 100. 110. О, кошмар, я как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. О, это медведь? Ага, наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядела. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Но машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. Ладно, будем считать, мне почти полегчало.
Ну, почти. Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. Ну да, как-то сквозит. Но зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтобы согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потремся друг от друга и разогреемся как следует. Майк. Да. Камин и уютный свет. Да, миледи. Что такое? Он потерялся. Блин, Джон. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила. Да, жопа. Если я его не найду, родаки меня убьют. Но купишь другой. Да это уже четвертый за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. А, только... Как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Ладно. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зажжем. Ну, сейчас самое время поупражняться в остроумии. Хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Майкл, ты же огонь разжигаешь, не роман пишешь. Ну сколько можно еще время тянуть? Вот это да! Молодцы, ребята! Что, боюсь, мой язычок примерзнет к твоему флагштоку. О-о-о. Вряд ли я готов к такому продвинутому геймплею. Что-то могло быть. Спокойно. Ой. Есть. Да будет свет, сказал электрик. Эй, что там, Джесс? Что ты делаешь? Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты все сломал. Да это просто контакты замкнуло. Это у тебя контакты замкнуло.
Вот, это сойдет за уютный свет. Один ноль. Я веду. Очень мило. Ну, браво. Ну вот, миледи, чего вы еще изволите? Знаешь, а вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. Ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока. Я что-то не так делаю? Да нет, нет, я думала, ты вот такой, а ты другой. Понимаешь? То есть, ты тут не виноват. Джесс, ты мне нравишься. Просто дай мне возможность, и уж поверь мне, тебе не придется об этом жалеть. Что ж, я люблю уверенных. Майк, ставни. Что ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, правда, ну хватит. Мне реально не по себе. Ладно, пойду закрою. Пожалуйста, слышишь? Вуаля, ставни закрыты. Так, на чем мы остановились? Извини, прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но как ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная и сексуальная штучка, но, если говорить честно, ну, я немного комплексую. Джесс! Это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. Ох... Ты просто не знаешь. Да, я знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. И не только внешне. На самом деле. Да. Я стараюсь. Вот. И это супер сексуально. Правда? Конечно, очень. Иди-ка. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. А я вообще только этого и жду. Давай.
Твой телефон! Что? Как это мой телефон? Я не знаю. Прилетел в окно. Да какого хрена? Вот же твари! Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Эй! Вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, кто вы там! Нахрена вы приперлись? Что, так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться по полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем! Да что ж такое? Думаешь, это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Джош, конечно, сильно распсиховался. Да, он старался не подавать виду, но... Думаешь, зря мы о сестрах заговорили? Ну, для того мы сюда и вернулись. Да, мы приехали поддержать его, а не духов вызывать. А? Ты видела? Да. Генератор-то не включен. Странно. Черт, берегись! А, Крис! Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ой! Что? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Thank you.
Ого, стена отъезжает! Взрыв мозга! Такое ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Дама вперед. Не-не-не-не-не, ты иди. Вот спасибо. Ого. Что? Это что? Что ты нашел? Охренеть. Так, Эш, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это, угроза? Крис... Все серьезно. Надо найти Джоша. Прям сейчас. Охотился на Ханну и Бет? Если так, то это просто полная жесть. Это написала мама Джоша. Она борется за восстановление справедливости по отношению к местным индейцам. Ага, тут плохая карма. Уже давно. Я тут подумал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах типа. И? И Сэм показалось, что ее кто-то преследовал. Так это что, выходит здесь, в горах, рядом с нами преступник? Там сообщение, но на автоответчике. В общем, оно от сержанта полиции о том, что один чувак вышел из тюрьмы. И ничего нельзя сделать. В каком смысле? Ну, он типа предупреждал. Вот может, как раз он и был тогда в подвале? Что? Ну, помнишь свет под полом? В библиотеке? Ну, вот тот чувак, помнишь? Стой, какой чувак? Который угрожал Вашингтону. Он говорил, что собирается мстить и спалить здесь все дотла. И я нашел письмо от психа. Крис... Если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джош! Вроде из кухни. Джош! Джош! Мы идем! Держись! Эшли! Эш, что происходит? Пусти меня! Эшли!
Что с тобой? Эш? Эш! Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в честности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. И спеши, твой ответ очень важен. Скажи, в этой игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? О, опять сюрприз. Кажется, я начинаю понимать тебя гораздо лучше. Но, увы, наше время опять истекло. Ты уж помягче, Джошуа. Он столько пережил. Но ты ведь это и так знаешь.